Мы все стали оторванными друг от друга. Застряли на наших собственных маленьких островах. Встаем, едим, идем на работу, возвращаемся домой, валяемся, делаем это снова каждый божий день. Мы все еще находимся в состоянии недомогания, неудовлетворения. Стой зеленый, стой зеленый, стой зеленый, жди. Извините, там была пробка. Пробка? Так, хорошо, это не значит, что этот разговор у тебя в голове, чувак. Итак, кто может сказать мне, что такое медитация? Это способ помочь нам расслабиться, чтобы избавиться от стресса. Это может быть или нет. Иногда это может вывести стресс наружу, чтобы мы лучше его осознали. И это тоже нормально. Это та цыпочка-певица. Да чего ты ждешь? Просто сделай это. Но ты все равно мог сказать какую-нибудь глупость. Неважно, насколько близко ты находишься. Можешь ли ты узнать кого-то по-настоящему? Я чувствую, что гонюсь за потерянной мечтой. Я даже не знаю, что это за мечта. Могу я чем-нибудь помочь? Ты можешь меня починить? Так трудно увидеть кого-то, впустить его в себя, чтобы он увидел тебя. Медитация показывает тебе, кто ты есть. Это отражение тебя самого. И кто ты? Я Айзек. Может быть, ты ничто. Может быть, ты никто. Просто сущность. Серия фильма. Вы знаете процессы, просто плод вашего воображения. У нас скоро будет 10-дневный безмолвный ретрит. Вдох. Выдох. Просто перестань говорить. Отвлекаться. Заткнись. Это потрясающее ощущение. Ощущение. Существование. Это потрясающее. Потрясающее ощущение. Ощущение. Существование.